Книга пророка Захарии, глава 13. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему: «Тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа». И поразит его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать. И будет в тот день устыдятся такие прорицатели каждый видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать». И каждый скажет: «Я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». «О, меч! Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, — говорит Господь Саваоф, — порази пастыря, и рассеются овцы». И я обращу руку мою на малых. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: «Это народ мой», и они скажут: «Господь, Бог мой».